прошли стадию концептуализации, и группа готова сформулировать некоторые концепции хотя бы в виде слогана или набора междометий. Прошу, мы прошли с вами техническое задание и остановились на том, что требования могут быть сформулированы не только в форме типового технического задания по государственным международным стандартам, но также и в виде брифов, коротких анкетных материалов, где заказчик свою точку зрения должен отразить, либо в виде прототипов. И вариант такого прототипа я предложил посмотреть. Там было или там заложена информация такая, как суждение авторитетных экспертов о том, что такое информационное общество. Ну, среди экспертов выдающаяся личность есть лучший и ученый России нашего времени Жорес Алферов, который свою позицию излагает, и фигуры помельче, но тоже достаточно весомые. Ну и кроме того, там же есть образцы изречений молодежи, которая тоже интересуется этой темой и какие-то мысли свои наговорила. Ну, эти образцы, наверное, удобны для участников нашего проекта, посмотреть, как это делается в народе. И сделать не хуже, как минимум, толкнуть речь. Ну, кроме того, там есть несколько ссылок на другие полезные материалы, с которыми можно ознакомиться. Тем не менее, этот блок, этот учебно-методический комплекс или система, прототип, как угодно это можно назвать, не лишен недостатков. И группе было предложено поработать с этим модулем, блоком, с этим пособием, выявить недостатки и предложить свои решения, улучшить таким образом. То есть прототип нужен для того, чтобы направить мысли в нужную сторону и чтобы служить стартовой площадкой для перехода на более высокий познавательный проектный уровень. Есть все основания думать, что к Новому году мы, конечно, этот процесс завершим при любых обстоятельствах. Хотелось бы, конечно, чтобы каждый внес посильную лепту, свое предложение. Ну и сказал какую-нибудь речь, которую мы потом включим в новую версию этого сборника. Вот, собственно, та траектория полета, по которой мы с вами двигались. Правильно, я ничего не упустил. Вот. Ну и следующая фаза жизненного цикла, следующий этап. Если вы помните первые наши занятия и вообще ориентируетесь в этом пространстве, будет заключаться в чем? Как назовем мы сегодня наше упражнение? Что это будет такое? Как называется этап жизненного цикла после технического задания? Формулировка требований. Ну, кто-нибудь скажет? Называется он проектирование, техническое проектирование, если речь идет о больших системах. После него, значит, рабочее проектирование. А если проект достаточно мелкий, как у нас, то можно объединить эти два этапа в один. Он называется в народе, среди специалистов, техно-рабочее проектирование, которое довольно жестко регламентируется, ну, в наше время, когда во времена моей молодости, жестко регламентировалось государственными стандартами, которых было немало. Сейчас это, если вы делаете серьезную работу намеренно, регламентируется международными стандартами, и российские специалисты их придерживаются тоже. Вот. Ну и здравым смыслом, конечно, а также методиками, которыми разработчики владеют. Вот весь их багаж обращается в дело, и технорабочий проект порождает комплект документации, как правило. Ну, раньше это была бумажная документация, оформленная строго по ГОСТам. Сейчас это могут быть электронные форматы. И нам предстоит с этим справиться.
Ну, для упрощения дела я предлагаю документы технического проекта заменить, исключить как таковые из списка, потому что с этим мы явно не справимся, а изложить все, что мы наработаем, в один документ под названием «Отчет о лабораторной работе» или «Отчет о лабораторных работах». Этих работ у нас было немало, и надо как-то отчитаться. Документ электронный, естественно, вот поскольку мы народ крутой, и век 21 у нас все-таки, а не 20. Поэтому отчет о лабораторных работах или о практике, если брать шире, это то, что, чем завершается официально весь наш цикл. Ну, скажу два слова, что отчетность это предписывается всяческими документами, директивными, нормативными, студентам, учебным заведениям. Отчет это то, чем завершаются обычно научно-исследовательские работы на практике, чем завершается вообще всякая платная деятельность. Как-то мысли надо привести в порядок, документы, материалы систематизировать и преподнести их наилучшим образом. Отчет – это то, во что воплощаются все лучшие качества исполнителей, там интеллект их, знания, способности, время, труд, энергия, все, пирожки с маком. Все это превращается в конечный продукт, называется отчет. Ну, для того, чтобы у нас было получилось еще лучше, я придумал такую форму, и надеюсь, что вы с ней согласитесь и поддержите. Почему бы нам отчет не превратить в некоторое подобие, коль скоро его делать все равно надо, в каком-то виде, почему бы нам не превратить его в некоторое подобие портфолио достижений? Вот на наших тусовках, значит, были реплики такие, что, дескать, фрилансером можно стать тогда, когда есть что-то за душой, когда что-то оформлено, что-то можно преподнести, презентовать, использовать в качестве рекламы и тому подобное. И в народе это называется портфолио достижений. Вот в вашем случае как раз есть возможность отличиться. Там визитные карточки, изречения в устной или в письменной форме, диаграммы, шаржи, картинки, фотографии по теме нашей работы, по тем этапам, которые прошли. Наконец, это официальные документы, которые вы можете сделать, попробовать свои силы, а потом использовать при работе с народом, с заказчиками солидными, денежными. Все остальное прочее, значит, чтобы как-то не потерять то, что вы наработали, а систематизировать и представить в одном сводном документе. Назовем его портфолио, как разновидность отчета о практике. Вот такая идея. В моей практике такого не было. Я думаю, что это удастся сделать, хотя требует усилий. Надеюсь, что группа меня поддержит, поскольку это в ваших интересах. И мы с вами с этой работой справимся. Так или не так? Отчеты не приходилось писать? Ну вот есть еще понятия такие, курсовая работа. Нет, там. У меня есть среднее образование технико-программиста. Я там отчет дипломный курсовой. Ну, покажет, если там выглядит это прилично, то можно будет и подумать. Отчет по курсовой по одной сохранится, я помню этот отчет. Ну, отчет по курсовой это не так несколько называется. Ну ладно, это не предмет для наших дискуссий сегодня. Итак. Делать это необходимо в уставном порядке. Сделаем это мы, безусловно, как получится.
Новации, которые вас ожидают, и меня тоже, и все, и впервые, наверное, на кафедре, не знаю, не проверял, это превращение отчета в портфолио достижений, которым вы можете похвалиться перед всем миром. Использовать его, например, для стартового, как стартовый капитал для фриланса. Доказывая, что можете делать там, скажем, какие-то образцы документов, правильно отвечаете на вопросы риторические, в смысле нет, на другие, ну и тому подобное. Вот такая схема. Но сегодня мы этим заниматься не будем. Я надеюсь, что следующему занятию в среду у нас, по-моему, группа подготовит свои речи, душераздирающие, впечатляющие, огнедышащие, направляющие и тому подобное. И мы зафиксируем это будет составной частью вашего портфолио. Ну, кто сделает, кому не стыдно, будет показать, естественно. Так, теперь вернемся к теме нашего занятия. Основной теме – это технорабочее проектирование. Я скажу следующее, несколько слов вводных, я думаю, полезно будет. Технический проект часто путают с рабочим проектом. Рабочий проект – это кодирование, рисование, выполнение каких-то уже заключительных операций. А технический проект – это прежде всего моделирование. Представление о предмете в лаконичной, сжатой, но информативной форме в виде какого-то рода модели. Ну, про модели мы тут с вами говорили немножко и какие-то даже пробовали рисовать. Поэтому принципиально нового я вам не скажу, а замечу только следующее. Вот для проекта, который мы с вами вознамерились сделать, это база знаний про понятие информационное общество, информатизация, фриланс как разновидность ячеек информационного общества и что-то в этом духе. Вот для такого проекта характерно выполнение моделей определенного вида. И мы с вами посмотрим, как это делается сегодня. И стадия в этом случае, этап проектирования называется инфо. Логическое проектирование, инфологическое. Ну, из самого понятия следует, что, во-первых, речь идет об информационных вещах, во-вторых, речь идет о том, чтобы раскрыть логику чего-то, предмета, внутреннюю логику, какие-то, может быть, внешние признаки показать. В нашем случае мы можем оперировать такими понятиями, как модели знаний. Модели знаний. Это из области инженерии знаний или из области системы искусственного интеллекта. Обширнейшая тема, я ее затрагивать не буду. Захотите, посмотрите в интернет, про эти вещи много чего написано. Японцы, в частности, очень активно продвигались в этом направлении. Но у направления драматический исход, и на каком-то этапе сочли, что это баловство, игра ума. И никакого искусственного интеллекта быть не может. Хотя я вчера посмотрел свежие новости и выяснилось, что кто там фирмы предлагают речевые технологии. Мне очень понравилось Сизи или Физи, не помню, какая программка распространяется для Android, для Windows, которая позволяет воспринимать речь ее, переводить на машинный язык, анализировать и потом выдавать еще ответы. Получается довольно живой диалог человека с машиной, довольно забавные там трюки. И коль скоро это очень похоже на обычную беседу двух домохозяек, как это бывает на кухне,
Полагаю, что через год-другой машина сможет настолько преуспеть, правильнее сказать, программисты и специалисты по инженерии знаний, что не отличишь, с кем ты беседуешь на этот раз. Там и техника речи прекрасно, неплохо выглядит сейчас, и логика мышления просматривается, и словарный багаж виден, обширный, там речь, наверное, о тысячах идет. Поэтому системы искусственного интеллекта получили второе дыхание и вторую жизнь. И вы можете использовать свои наработки, если здесь вот удастся продвинуться достаточно далеко, в этих технологиях в том числе. Это вот такая небольшая реплика. Думаю, что полезно знать. А второе, что из модели знаний или модели баз знаний, что так называется, наибольшее распространение получили модели трех видов. Это продукционные модели, как правило продукции. Второе – это семантические сети, очень активно обсуждались, и в них много смысла, мы сейчас попробуем. Третье, наконец, это модели фреймов, и с ними тоже надо быть знакомыми, хотя бы на самом общем уровне, потому что специалисты вашего профиля, не знающие ничего про моделирование, тем более про популярные модели, это, конечно, смешно. Надо ликбез небольшой нам организовать здесь. А вам попробовать на практике попользоваться этими моделями. Сочинить свои версии. Моделей предметной области, моделей знаний. Вот, все эти модели зиждятся на структурных единицах информации, которые имеют отношение к предмету. В нашем случае имеют отношение к информатизации как процессу, как явлению, как феномену, к информационному обществу, к элементам информационного общества. Тезаурус, сокровищница, набор ключевых слов, ключевые термины, которые в достаточной мере очерчивают предмет для обсуждения. И вот из этих терминов синтезируется некоторая структура. Будем различать с точки зрения системологии. Есть понятие состав, в нашем случае состав слов, терминов, применяемых в проекте. И структура связи между этими словами. Когда мы говорим о структуре, подразумевается и то, и другое. Вот. В нашем случае модели это... Речь идет о структурах. Я вот некоторые структуры должен вам рассказать. Но прежде всего о тезаурусе. Это слово я употреблял неоднократно здесь. И для вас заготовлен небольшой сборничек. Вы его найдете в группе «Киберсанты». Там, среди прочих, значит, есть сборник в формате CSM, мы здесь проверяли, он вроде как работает. И в нем дана ссылка на библиотеку, или медиатеку, правильнее сказать, по теме. Там примерно штук 50 пособий учебных, стандартов, касается тезауруса. Поэтому я особенно мусолить эту тему не буду, скажу что-нибудь важное, чтобы... как говорится, ввести в курс дела в рамках нашего занятия. В библиотеке вы найдете два стандарта, которые касаются тезаурусов информационно-поисковых, одноязычных и многоязычных. Что это такое? Это документы, которые специалисты должны уметь делать, придерживаясь этих стандартов. Это документы, которые могут состоять из 1-10 листов, на которых указаны, перечислены термины используемые. Также их синонимы, антонимы, там, гиперонимы, прочие вариации на тему.
Документ, который нетрудно сделать, заметьте. Если у вас практика небольшая, вы хотите быстрой карьеры, ну покажите в деле, скажем, за вечер сделать тезаурус по той теме, которую, куда вы погрузились по указанию начальства. Сделайте тезаурус, покажите, если он будет хорош, то, очевидно, вас заценят. Как вариант. Второе. Если вы хотите, чтобы люди ходили туда, куда следует, а не бродили по интернету, как стадо баранов, значит, дайте им ключевые слова, они будут обращаться именно к той тематике, которая нужна. И этот тезаурус в этом отношении хорош. Второе. Третье. Если вы имеете набор ключевых слов, выстрадали их, и знаете, что именно эти слова и никакие другие наиболее полно, внятно описывают предмет, предметную область, то вы можете использовать тезаурус для синтеза семантических и других моделей. То есть это сырье для дальнейшего этапа, для дальнейшего более высокого уровня постижения, описания предметов. Вот, то есть на выход на моделирование. Но тезаурус — это еще и способ быстрого введения ваших потенциальных собеседников в курс дела. Можно документ такой изладить, если там совещание, заседание какое-то, может быть, другие формы общения, раздать этот материал, и люди войдут быстро в курс дела. О чем же пойдет речь на этой встрече? Это, наконец, для того, чтобы с начала проектирования люди говорили на одном языке, использовали одну терминологию. И другие функциональные назначения у этого документа тоже можно увидеть и найти. Почитайте предложенную литературу, обратитесь к ней, и постарайтесь заценить. Тезаурус – это очень мощное средство, если приглядеться, подумать, и очень удобное для специалиста, который пытается внедряться, скажем, в какой-то новый коллектив, новую структуру, в новые системы. Внедряться, прежде всего, начиная с понятийного аппарата. Если люди говорят на одном языке, у них работа пойдет. Если на разных, значит, здесь есть вопросы. Понятно? Тезаурус – это хорошо. В переводе – сокровищница. С греческого. Греки понимали, должны и мы понять, что тезаурус – это хорошо. Так. И сегодня, скажем, вот в рамках нашего разговора, портфолио, если делать свое, то тот же самый тезаурус можно исполнить в разных формах, форматах. Мы с вами говорили на эту тему, я просто напомню, что вам надлежит, прежде чем делать базу знаний там, или какой-то другой сложный предмет трудоемкий, согласовать основные позиции, основные требования к этому предмету с заказчиком. Ну, в нашей учебной практике заказчик – это преподаватель, то есть я. И чтобы не было разночтений, чтобы как-то привыкать постепенно вот к таким вот деловому общению, я предлагаю следующую схему. Прежде чем делать свою базу знаний, прежде чем сочинять свой спич, доклад, риторикой заниматься, давайте уточним на уровне перечня ключевых слов, о чем пойдет речь. Каждый из вас в пределах до 15 ключевых слов, ну можно 5, описать предмет, тему, содержание проекта, модели, там еще чего-то, вот в виде набора ключевых слов. С каждого прочитается небольшой букет. Ну, не возбраняется там переписывать, если слабо, значит, голова не работает, еще какие-то проблемы возникли. Можно у товарища стянуть или поделиться. Это сейчас не критично, это учебный процесс, и, может быть, в этом есть смысл делать коллективом этот тезаурус. Но с каждого 5 слов как минимум прочитается. Так?
Теперь эти слова должны быть облечены в форму. Что значит форма? Ну, я уже называл, есть нотация Бекуса, то есть перечисляются слова, которые разделяются определенными символами. Нотация Бекуса, которая позволяет в иерархическом формате представить в виде таксономии набор слов, используемых в виде дерева какого-то, условно говоря. Второе, значит, мы с вами говорили о тегах. Вот в компьютерах, в интернете таких структур, как теги, облако тегов называется, полным-полно, образцы вы знаете. Можно в Word там или в PowerPoint эти слова на одном слайде набрать разными буквами, шрифтами, с разными размерами, разных цветов, так, чтобы это была говорящая структура. Такими приемами пользуются рекламисты, в частности. Вот там баннеры висят на улицах иногда. Можете применить этот прием, используя программы семейства Microsoft Office. Любые, какие вам больше нравятся. Ну, сделать вот такую вот подборку. Ну, PowerPoint, мне кажется, лучше других подходит для изысканных форматов. Один слайд, десяток слов там. Справа налево, слева направо, по диагонали, разных цветов, разных размеров, получится хорошо. Как вариант. Ну, здесь есть место для размышлений, творческие натуры найдут для себя, чем заняться. Вот. Но формально, значит, такой документ возможен и даже интересен. Кроме того, значит, вот вы можете в виде скриптов оформить микротезаурус, ну, как вот в том образце, который я вам предложил, там облако крутится и что-то такое интересное. Это уже, что называется, для программеров, кто тяготеет. Такой вариант, он широко используется в интернет. Тезаурус можно составить в виде мета-тегов в языке в HTML, в языке гипертекстовой разметки. Есть набор тегов, который называется мета, мета-описание. Странички, там сайты, прочее. И среди прочего там есть мета-тег ключевых слов. Он специально вставляется в заголовки странички сайта. Про эти вещи написано в инструкциях по HTML. Это, с этим можно познакомиться. Если вы сочините мета-тег, а это простая вещь, слова, разделяемые запятыми, ну, дополненные там еще, скажем, обозначением тега и параметры, такие вот незатейливые при дополнении. То есть тезаурус может быть оформлен на языке HTML в виде мета-тегов. Тезаурус может быть оформлен также в виде каких-то, может быть, трехмерных и других конструкций. Если он достоин внимания, и вы хотите привлечь общественное внимание, ну, сделайте это красиво, скажем, дизайнерские решения, как вариант. Ну и так далее. Список не окончательный. Я думаю, что как представить 10, 5, 10, 15 слов на одной страничке или на одном слайде, на одном экране, придумать нетрудно. Вам на ваш вкус, на ваше усмотрение. Но сделать это нужно для того, чтобы согласовать, куда же автор движется, какие слова он берет в расчет. Стоит ли этим заниматься и тратить время? Не получится ли так, что в конце пути база данных окажется непригодной? Согласуйте состав слов в виде тезауруса, и вы получите, в смысле, гарантируете себя от неприятностей. Ну, это речь не о занятиях даже идет, а на практике, по жизни. Если вы будете делать подобные вещи на производстве. Согласовать на берегу, какие слова будут приняты использоваться в обороте. Вот. Ну и что еще тут можно сказать? По-моему, я, да, внятно все произнес, да?
Да, и то, что вы наколбасите, в смысле, насочиняете, в смысле, напридумываете, в смысле, оформите, тот так называемый тезаурус, он может быть представлен еще в соответствии с ГОСТами по тезаурусам одно и многоязычных ГОСТов вам даны в библиотеке в виде документа многостраничного, в том числе печатного. Хотите, можете распечатать. Но рекомендуется ваши поделки разместить в определенном месте. И у меня в голове два варианта. Вы можете предложить свой, если захотите. Первое – это разместить ваши изделия в разделе «Документы» группы «Киберсанты». Ну, где прописаны основные, по крайней мере, участники. В группе «Киберсанты». Или в разделе, что там, фотографии, да? Ну, графика. Как альбомчик сделать, уже там группа сделала что-то, по-моему, около полдюжины или дюжина иллюстраций есть. Вот туда можно, или еще сделать папочку. Получится сборник. Вот. Либо поместить это, если это выдающееся произведение, может быть, есть смысл поместить это также на своем аккаунте, чтобы народ любовался и ценил ваше мастерство. Это будет составная часть портфолио. Может быть, этого изображения хватит для того, чтобы прославить вас на весь мир, и на этом можно остановиться. Может, не хватит. Тогда надо еще что-нибудь сделать. Так, понятно, да? Что делать? Как делать? Методики не нужно объяснять, что такое PowerPoint, я думаю. И куда это все денется? Вот такая вот технология. Эта часть понятна. Работу сможем мы выполнить сегодня. Придумать с полдюжины слов, оформить их в том или ином виде, полученный документ разместить, где положено, посмотреть, предложить преподавателю, значит, ознакомиться с тем, что получилось. Получить одобрение, замечание или предложение. Таким образом, это некоторая разновидность технического задания получается, да? На создание базы знаний. Некоторое подобие. Согласование требований в виде прототипа, в виде коллекции слов ключевых. Вопросы есть по этой части? Смогете? Пять слов в голове есть по теме? Ну, если что, загляните в библиотеку, откроете пособие, там пороетесь, найдете подходящее. Но дело в том, что из 5000 слов, которые имеют отношение к данному предмету, выбрать 5 – это очень непростая задача. 5 лучших и 5 главных. Если относиться к этому серьезно и основательно, то, конечно, здесь надо читать, и только потом поставить окончательные точки над и эти 5 слов. Но у нас игра пока, учебное занятие. Я надеюсь, что хотя бы в первом приближении мы здесь что-то сможем. Так, это раз. Второе. Теперь нам надо эти теги попытаться превратить в модель. То есть выполнить, собственно говоря, вторую часть, основную часть этапа технического проектирования. И мы можем взять на вооружение семантические сети. Не проходили семантические сети? Нет? Значит, ну это просто как коровье мычание, в общем-то, за страшными словами, которые я здесь произношу, простая сермяжная правда скрывается. В чем она заключается? В том, что существуют структурные единицы информации, или в нашем случае термины, да, и между ними существует какая-то логическая связь, имеющая свою природу, свои смыслы.
И вот мы эту структурную единицу информации можем каждую из них представить в виде картинки. Ну, возьмем тему, которая знакома всем. Я не хочу отбирать у вас хлеб и говорить про информационные системы и технологии. Это вам подумать. А возьмем нейтральную тему, которая называется студенты. Да? Студент находится в какой-то среде обитания, студент с чем-то общается, студент что-то делает, студент что-то использует и что-то там еще. Да? Допустим, что это понятие мы обозначили в виде прямоугольника и написали студент как объект. Ну, это, конечно, целый мир, что там говорить. Каждый человек – это вселенная, если кто-то из классиков заметил. Но в нашем случае мы не будем усложнять, а наоборот, постараемся максимально упростить все понятия, но обозначить объекты вот определенными идентификаторами. Студент, и, допустим, есть такое понятие, как ресурсы. Ну, не может студент без ресурсов существовать. Что под этим понимать? У каждого в голове свое представление. Ресурсы – это, например, денежное пособие, которое родитель выдает, или которое он там зарабатывает на стороне трудами праведными. Студент кушает пирожки, да? Или мороженое? Пирожки. Студент использует информационные ресурсы, правильно? И что-то там еще. Помощь, может быть, товарищей. И вот мы указываем, скажем, то, что нам приходит в голову, пока приходит. Указываем, опять же, в виде таких вот значков. Ну, например, пища. Пища духовная, пища греховная. Вариации на тему тут возможны. Допустим, информация. Ну, мы в голову разные вещи просятся. Напишем библиотека. Это традиционный студент. А есть еще современный студент, так они в интернете там копаются обычно, да? И у каждого свое, заметьте, представление о том, что же, о чем мы сейчас здесь речь ведем. Вот я, например, мыслю категориями библиотека. Почти уверен, что у вас в голове скорее появилось слово интернет. В меньшей степени библиотека. Или как? Ну, кинотеатр есть еще понятие. Может быть, просто театр. Тоже ведь ресурс. И так далее. Короче, что вижу, то пою. Чукотский вариант. Свои мысли привести в порядок в виде таких вот набросков. Дать, присвоить им название. А потом вспомнить обстоятельство какое, что они каким-то образом ведь взаимосвязаны, ведь чего мы ради затеяли этот разговор? Из тысяч слов выбрать именно эти. Да просто потому, что они как-то взаимосвязаны. И нам так кажется в голове. Но то, что нам кажется, это скрытые вещи. Если вы хотите другим людям рассказать свои мысли, показать свою логику мышления, что с чем взаимосвязано и как относится, вам придется нарисовать эти вещи. Это язык. И вот вы рисуете связи. Получилась структура, правильно? Но связи имеют разное смысловое наполнение. И вот мы когда говорим ресурсы и студент, то какой-то глагол нам надо сюда втюрить. Ставить. Что бы вы сказали, когда два слова используются в вашем речевом в повествовании, в ваших суждениях? Студент и ресурсы. Студент что? Берет. А? Берет. Берет. Ну, годится. Может быть, не лучший вариант? Использует. Кто еще что скажет? Использует. Использует. Уже лучше, как мне кажется. Но это не обязательно правильно. Еще что? Ест.
Ест. Пирожки. Ну, это может быть сюда, но с библиотекой вас, конечно, быстро вынесут. Знание. А? Ест знание. Ну да, употребляет, можно еще так, это более общее понятие. Понятно, о чем речь, да? Ну, напишем, потребляет. Не скажу, что это лучший вариант. Не скажу, что это лучший вариант, но он как-то передает точку зрения автора. Что же это автор думает по этому поводу? Возможно, он передает это достаточно внятно. И тогда те, кому это адресовано, значит, начинают понимать, о чем идет речь. Ну, я говорю, конечно, о простых примерах. На практике, значит, бывают такие навороченные схемы, что черт ногу сломит. И без таких вот моделей, без таких структур бывает очень трудно объяснить, что же в поле зрения должно попадать и как к этому относиться. Ну, для тренировки давайте посмотрим ресурсы и библиотека и попробуем на эту связь тоже обозначить, назвать ее каким-то образом. Что такое ресурсы и библиотека? Какая связка между ними? Логическая, лексическая. Ваше предложение. Грамматически как все построить можно? Какое предложение выстроить? Какое слово здесь уместно для обозначения связи? Библиотека – ресурс. Знание. Ну, знание – это уже дальше, может быть, когда как продукт пищеварения, да, студента? Пирожки съел, книжку прочитал, знания появились. Да, ну, библиотека может быть как источник знания. Тогда вот я уже лучше понимаю вас, например, если вы это имеете в виду. Ну, библиотека поставляет, библиотека поставляет ресурс. Смысл какой-то есть в этой фразе? Наверное, да. Можно найти другие термины. И тогда у вас получится более комфортное, более внятное, более адекватное изложение предмета. Одним словом, вот вы, оперируя вот этими словами, да, вы строите то, что называется семантические сети. Ну, они бывают разновидности разные, у разных авторов там свои. Тараканы в голове, они предлагают свое видение этой проблемы. А суть-то сводится к простым вещам, что библиотека, ресурсы, студенты, пища могут быть синтезированы, объединены в виде такой смысловой конструкции. Не единственной. Если учесть, что таких вот элементов, структурных единиц информации в вашей модели может быть тысячи, то становится понятным, почему это хорошо. Что это приводит голову в порядок. Порядок прежде всего автору, во-вторых, тем, с кем он ведет беседы задушевные, которые должны его уразуметь. Которые должны понять, что куда втекает, что с чем взаимосвязано, по какому поводу и как. Так. Понятно? Ну, назовем вот этот студент, скажем, это базовый термин или онтологическое ядро, или еще какое-то назовете. Некоторое понятие становится центральным, а остальные вращаются вокруг него. Можно другие принять в расчет правила и принципы моделирования для того, чтобы ваша модель получилась максимально логичной, связанной, информативной, адекватной, внятной. А по существу речь идет о манипулировании вот такими вот составляющими. В графической, заметьте, форме называется визуальное моделирование. Это целая большая отрасль. Мы сейчас не будем о ней разговаривать, просто одно из направлений. Какие инструменты можно использовать для этой цели? Что вы знаете из арсенала, которым вы владеете, со школы известной? Чем можно воспользоваться, чтобы такую схемку нарисовать? Чем удобно? Головой. Ну, головой понятно, но что-то.
Если там перхоти накопилось, то по стенке можно намазать. Дальше. Microsoft Office там же есть что-то, да? Да, есть. Вот, берете Word и рисуете. Какие дела? Можно в Excel. В Excel можно, еще что? Ну? Так. Заклинило, да? PowerPoint можно, да? MS Visio можно, да? Можно Photoshop использовать, еще десятки, сотни, может быть, даже редакторов. Но нет здесь ничего мудреного. Прямые и прямоугольники. Хотите, стрелки добавьте. Все, вся грамматика. Таким образом, технически это обеспечено в полной мере. Здесь я даже не хочу на этом останавливаться, а в основном надо подумать о составе и взаимосвязях. И придумать слова, которые наибольше подходят этому предмету. Вот в вашем случае информатизация. С чем это связано? Вход, выход, история, предпосылки, участники, результаты. Что там войдет? Вот эти слова уместны в семантической модели. Так. В общих чертах понятно? Мысли приводятся в порядок с помощью графических моделей, образов. Образы эти хорошо воспринимаются публикой. В них достаточно адекватно отражается позиция автора и его видение предмета. Это они легко изготавливаются с помощью подручных инструментов, графических в том числе, и так далее, и тому подобное. Использовать. Сейчас мы не будем погружаться в эту сферу семантических моделей, а можно использовать простенькие вещи, как поняли. И вот, если, скажем, будет ясно, будем смотреть на эти картинки, значит, если будет понятно, какие тут заблуждения и трудности, то я постараюсь изложить еще что-нибудь. А ежели нет, то почитайте в интернет про семантические сети. Море информации. На этот счет можно наудить, если хотите. Сейчас нам пока хватит того, что я рассказал, да? Так, 15 элементов, до 15 структурных единиц, объединенных некоторым образом логическими связями. Так, что там еще? Модели фреймов. Так, модели фреймов. Значит, ну эту тему я хотел оставить на закуску, скажем, там на другие занятия. Сегодня мы, наверное, много не успеем на этот счет. А тема достойная внимания, заслуживает внимания. Правила продукции и какие-то еще. Ну, да, думаю, что нам сегодня достаточно семантической модели. Так, в первом приближении понятно, да? И второе, значит, вот это уже обнаученное название, семантическая модель. Если вы будете делать диплом, например, или курсовик, или тем более проект для заказчиков, то лучше употреблять эти слова, они более-менее устоялись в инженерной практике. А в бытовом жаргоне, скажем, чаще используют технологии картографии знаний. По-моему, так пишется. Mind map. Картография знаний. Она, вообще говоря, порождена вот этой семантическими сетями. И там тоже своего рода дерево, развесистая клюква. Значит, имеется какой-то объект центральный, а вокруг него, значит, развиваются вот эти вот веточки всякие разные. Что куда втекает, что откуда вытекает. Правил почти никаких. Это методология Дьюи автора, и по этому поводу написано достаточно много книжек. Простенькая технология для домохозяек. Хотите, попробуйте. Но она, заметьте, нахваливается многими, и вы можете получить это, начиная с детей дошкольного возраста, значит, как этим пользоваться. Тем самым заработаете себе хорошую репутацию, как минимум. А второе, значит, это вещь, которая рисуется быстро, правил на нее не распространяется, это раскрепощает ум,
и позволяет делать вам иллюстрации, которые вы можете пустить, в том числе, значит, в оборот, как информационный продукт. Заработать на этом какие-то денежки, на мороженое, на пирожки и что-то там, какие еще ресурсы студент потребляет, не знаю. Так, все? Другие еще под множество есть методологии, методики, которые тоже проистекают из семантических моделей. Мы не будем о них говорить, остановим достаточно этого. Это вот как база, инженерная все-таки практика. Это для домохозяек. Вы на ваше усмотрение тоже можете сделать. Лично я не буду возражать, пожалуйста. Что касается дипломных работ, там уже с руководителем беседуйте. Так. Так. Ну и последнее на закуску. Значит, дело вот в чем. Если будем пробовать делать видеоролики, а мне бы очень хотелось, скажем, именно в такой форме завершить, она более-менее закончена получается, то такие видеоролики, они, как правило, делаются, ну, специалистами, конечно, не любителями, а профессионалами. Делаются, начиная со сценариев. Сценарий. Правильно, Юля? Все начинается со сценария, с развесистой клюквы. Вот эту развесистую клюкву вы можете сделать для того, чтобы обозначить свой состав ваших докладов, скажем, каких-то сообщений, в том числе видеообращений, видеосюжетов. Это тоже хорошо приводит голову в порядок. Под сценарием можно понимать в том числе семантическую сеть. Задача – обратиться к группе «Киберсанты» в ВКонтакте, найти среди прочих документов видеоролик, в смысле сборничек под названием «Тезаурусы», через этот сборник обратиться к библиотеке дополнительных материалов в облаке Mail.ru, оперативно просмотреть там 2-3 пособия, найти стандарты, убедиться в том, что они существуют и о чем там ведется речь, посмотреть, какие бывают образцы этих самых тезаурусов, и если после этого останутся вопросы, задать вопросы мне. Если не останутся, значит, ну, руководствуйтесь тем, что поняли. Что нашли, что там вам приглянулось.